Божественно. Ой, киска. Кс-кс-кс. Ой, мордашка. Лицо не обхватишь. Так, где братья, кролики спят? Это говорит о том, что рыба клевать не будет. Попрятались. 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 Мудрая ворона не хочет в кадре быть. Места. Рыбацкое место выбирать приходится сложно. Холодно. Невозможно течение. Ну что ж, пойдем вдаль. Возможно, вот там конкурент есть. Коллега-конкурент сидит с удочками. Мёрзнет. Рыбак стоит, рыбачит. Конечно, на этом застрял. Там аномалия, кто-то говорит. Ну, схожу. Покидаю. Лучше бы здесь. Будет много. Холодно. Холодно. +4. Тоже рыбак. Thank you.
вечер. И холодно против ветра, да? Холодно, да. Ну и как ваши успехи хоть чуток? Ага, на вечерний, да? Ну, дернула хоть разок. Ну, будет, наверное. Я на дальний буду проверить. Ну, вроде бы начали рыбалку. Пока рыба рыбалку, пока не клюет, но все впереди. Ждем. Ждем первых поклевок. Главное, чтобы не было зацепов. Зацепы – это наша смерть. Ну, перехлест пошла одна. Ну, поправим потом. Поправим. Дали эту, потом ту. Эта леска ушла туда, а эта ушла туда. Надо переставить. Да, переставим. Ждем. Девушка ушла к берегу ловить. Смотрим, как она. Пообщался с китайцем долгое время. Сказал, что я хороший. Я ему сказал, что он тоже хороший. Я китаец, мужчина такой в моем возрасте подходил. Чан какой-то, шман с Китая. Ну, я, как говорится, расцвел, говорю, Китай вообще сказочная страна. Красота, люди супер, приезжайте все в Одессу с деньгами. Одесса меняет менталитет под китайский и будет вам рада, потому что надо, пора. Ну, в общем, такое все делать. Мастера у вас великие, кушать умеете, готовить бамбук, хорошо обрабатываете, а корни как копаете, вообще сила. Я смотрел, ролик смотрел, девушка китаянка, лет 30. Утром встала, хозяйство управилось, корзину одела на плечи. Такую килограмм под 70 корзину плетеную. И пошла в горы, в Волы, в эти китайские джунгли. Нашла какие-то коренья, копала, кусок бамбука, лопату сделала. Не знаю, за где-то минут 40 она выкопала килограмм 70, грузила на плечи, с горы спустилась на рынок, пошла, продала, на хозяйство вернулась. Опять она взяла все, ну как это правильно сказать, прибралась, свиней покормила, гусей покормила, пошла опять в горы. Пошла каких-то там цветочков, какие-то пучки навязала, еще пакет сверху нагромоздила, опять навязала, опять навязала. Я так подумал, 3 часа, блядь, она пахала, мама моя родная, я бы умер, блядь, в половину пути там где-то. Она жила и жила. Товарищу моряку сбросил. Сегодня меня заменяет ворона на берегу. Решила рыбачить. Но, правда, она не так рыбачит, что-то уже кушает. Оп, оп. Я ж там ничего не оставил, все попрятал. Мудрый ворон. Так ты ворона или ворон? О, еще одна. Смотри, как они, а? А? Красотки. Да. Придется отгонять вас. У, какая. Так, улетела. Все. Вороны рыбачат вместо меня. Саечка. Я думал, ты зацеп тянешь. Нет. Вот это монстр, красота. Самочка, думаю. Да, самочка. Ну смотри. Да он вообще. Рука моя рядом с таким монстром на что похожа. Красавец. Красавец. Вот так наши одесситки умеют рыбу ловить. Не то что. Мужики сидят в группе морской, блядь, на диване, рассказывают сказки. Сейчас я вам скину. Посмотрите, что это такое. Ну, красивый. Ну, красивый. Ну, да. Просто красавец. Вот этот палец. С его ртом вообще. На пол тела он выглядит. Умная птица, да, скорее всего, но я с той стороны пойду. Захочу с ним. Ой, какой. Машет рукой. Плавник
пучком на ветру. Красавец, красавец. Рыба, если честно, ведров таких рыб. Здравствуйте. Это кнут. А какой размер? Под стать хозяйке кнута на данный момент, да? Да, красивый, красивый. Поздравляю вас. Еще таких штук 10. И точно они не просто так пришли. Знай наша клевочка. Первая поклевочка на сумерках произошла. А ну-ка, что ты там? Прояви себя получше. Поклевочка, поклевочка. И дальше нет продолжения. Ну, а ведь... тянуть. Поклевка. Красивая рыба. Так, крути. Возьми леску на секунду, я перехвачу. Подержи. Ага. Вот так. Спасибо. Теперь я держу. Теперь мы ее разглядим. Со всех щелей, да. Глоська, глоська беленькая. Красивая. Ай, красиво. Сейчас мы ее водичку пустим. Пускай поплавает. Она на фоне пирса очень красиво выглядит. Ой, как хорошо на фоне пирса. Рыба. Да, тарап-тарап-тарап. И так мягенько, нежненько. Цоп. И есть. Красивые рыбы. Рыбы Черного моря, которые живут в Одессе. И не боятся ничего. Ни стрельбы, ничего другого. А, красота. Есть, есть. Так. Ой, блин. Здесь хоть что-то кушать. Да, и говори. Если я еще поймаю штук 20 таких, что маловероятно, то мне тоже. Кисюндра моя. Гостя. Красотка. Ой, какая ж ты красивая. Дети, господи. Что? Что ты хочешь от рыбака? Рыбки хочет. Рыбки хочет. Кися. И какие глаза. И что? И что ты мне скажешь? Нашла. Подружка пришла. Красотка. Красотка.
Эх, приятного мне аппетита. Вкуснятина будет, ням-ням. Всем любви, добра.